Во, видишь, шпагат от Марти, ну просто не смогла пройти мимо, гляньте. Он такой, чё, а чё, это у меня просто зарядка утренняя, всё нормально. Чё вы подсматриваете? Опа, лопатоха назад, ручкой прямо так вот, чтобы было понятно. Вот, ладошкой кверху. Ой, бёдра-то какие. Какой мальчик лежит. Супер. Что, да, я тебя вижу. Вот, я так, наверное, уже не смогу. В молодости, так сказать, могла. Свои 45 уже, наверное, я так не смогу. Угу. Вот так вот мы можем на шпагате валяться. Да. Это мне так утренний позитив. Подошел попить кофе. И тут такое. Поэтому вот решила поделиться и с вами. Вид сбоку. Вот у меня ручка. Вот так. Могу, скажи, могу. Да. Вот такой спортсмен. Накачанный во всех местах. Да, и на бедрах тоже. Не, ну да, самцы, конечно, с возрастом очень красивые становятся. Мощные, голова эффектная, бицухи. Красотень.